В общем, мы находимся в Марокко. Хотим сейчас посмотреть бизнес-ланч. Вот у нас есть официант подошел, Владислав. Скажите нам, пожалуйста, значит, какая цена будет? И вот выбирать нужно будет, допустим, салат такой, салат такой, да? Или два разных. Да. Сок давайте тогда какой-нибудь. Персиковый. Да, ага, все. А давайте. Давайте. Да. Немножко хотим вам показать, как вот здесь идет процесс приготовления пищи. Ну вот это мороженое, это неплохое, кстати, очень много я. Ну вот нам еще сейчас принесли салат, но он, видимо, горячий. Видите? Мороженое. Как было на картинке там, так же и здесь. Да. В общем, сейчас мы все покушаем. В общем-то, все вкусно, хорошо, вкусно приготовлено. Так, в общем, итог завершения нашей сегодня трапезы в ресторане «Марокко». В общем, сейчас выйдем на улицу, пойдем к нашему дому, еще что-нибудь поснимаем по ходу движения. Двигаемся, значит, по Минаево вниз. Нам туда через реку Свияга, через мост. Вот такой, да, или как? Можно брать любую позицию, можно одну позицию взять. Значит, то есть нет определенного количества вы должны взять. Только желаете, только возьмите. И скажите, пожалуйста, цена какая вот на всю ночь? Значит, это слева граммовку указывает, справа у нас цена. А, это цена. Да. Роллы здесь по 5 штучек. А, вот смотри. Роллы все по 5 штучек, остальные блюда по грамму. Ага, ну давайте тогда сделаем так. Так, что ты будешь брать? А, темпуры бери. Да? Давайте темпуры. Доли чили, темпура, что это? Это ролл с курицей. Ну, давайте. Одну, да, тебе? Так, потом, значит, салат с курицей. Хорошо. Давайте, вот, который верхний. Да. Так, потом, значит, из супов. Из супов будешь брать что-нибудь? Прямо дома, то есть вы рекомендуете? Пряные, ну давайте два, такой. Да. Ну давайте, да. Два разных, да. Так, основные блюда. Основные, да. Курица со сливочным соусом. А я возьму суп из говядины. Давайте, а мне давайте курицу. Так, из напитков что будем брать? Ну, капучино, наверное, что ли, я возьму. Капучино ты берешь, да? Ты берешь, можно? Да, тоже капучино. Два капучино, так, и... Ну и что, ну пока морс или нет? Или сок? Да, закончили, сейчас курочек нет, есть сок. А сок давайте тогда какой-нибудь. Апельсиновый, вишневый, яблочный. Персиковый. Персиковый, да. Нет, мы уже заказали. Мы сейчас по меню еще пройдемся, покажем еще. Что-то желаете? Все, пока, да? Пока все. Все, когда начнем строить ваш заказ, получается, заказы у нас по напиткам. Это два капучино и персиковый сок, одну порцию. По роллам, по речи темпура, одну порцию. Салат с курицей и соусом из мустарда, одну порцию. Потом у нас по супам пряный удон, лимон с свининой. Да. По основам ее курицы, лишним соусом и соба. Ага, все. Напитки сразу подавать. А давайте. 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 Да, да. Так, а у вас пиво какое есть? Или как? Пиво есть светлое, фильтрованное, мируки. Похоже по вкусу на Бурвазер, объемное 3.05. Светлое, не фильтрованное, Дейдельвейс 0.3.05. И также есть, похоже, на сидр пиво. Какое лучше? Вот это вот. Фильтрованное, либо не фильтрованное. Нефильтрованный это как? Нефильтрованный похоже на кугарный. Это да, сказать. То есть фильтрованный лучше? Апельсиновый, цитрусовый вкус, витамин у него. Фильтрованный это просто светлое пиво. Со вкусом пиво, ничего там нет лишнего. Давай заказывай. А почем 0,5? Сейчас посмотрим, я сейчас не буду на память. Ага, пожалуйста. И вот здесь. Вот разлинное пиво. У нас мируки светлое 0,5, получается цена 350. А 0,3 250. Ну бери себе пиво. Давай. 0,3 возьмем. 0,3, хорошо. Тоже сразу принесли? Да, да. Хорошо, 0,3. Так, еще блюдо по готовности. Да, да, да. Блюдо по готовности. Хорошо. Ага. Спасибо. Ждем. Да, вы нам знаете как? А вот одно заберите. Хорошо. И вот так вот там оставьте. Может, кому-нибудь, да. Хорошо. Ну, в общем, заказали мы. Канитель, одна канитель. Одна канитель. Но эта канитель такая стоящая. Поэтому
взяли вот попробовать всего, да, раз уж это сегодня считается бизнес-ланч, сегодня понедельник. Сидим на улице Минаева. Вот это дом Минаева, который построили его. Ну да. Я помню, здесь еще были сваи, когда здесь кушали вот в соседнем кафе. Здесь еще забивали сваи по тем временам. В общем, это называется, как сказать, морской ресторан. Называется Марука. Марука. Называется. Да. Вот. Ну, ладно, сейчас пока взяли, как что, бизнес-ланч, да? Ну, бизнес-ланч, да. Можно выбрать любую из позиций, вот любую из позиций. Ну, напитки тоже на... Да. Одно здесь вот на вторник там есть, да. Ну, короче, на всю, на пятницу. Да. А, вот она, он говорит так, по цене так, значит, первое это грамм, второе цена. Да. Вот. По цене вот это, видно все, да. Ну, если так сказать, что это совсем не то. Нормально, для ресторана там, для ресторана. А если основные блюда ресторана, типа вот Марук, что здесь предлагают, а здесь мы будем, ну, как сразу так, смузи, соки всякие, вот по таким ценам, по таким. Ну да, охлаждающие коктейли. Да, охлаждающие всякие. Так, продолжаем смотреть меню ресторана Марука. Ой, да, Марука. Харуки есть, Маруки. Есть Маруки у нас, есть Харуки. В общем, музыка здесь, конечно, мешает сильнейшая. Так, дальше. Ну, в общем-то, из напитков тут много чего. Смотри, это мороженое. Посмотри, как они делают даже. Все, стабильно. Так, немножко хотим вам показать, как вот здесь идет процесс приготовления пищи. Вот, ребята занимаются. Здесь весь процесс виден. Видите? Как идет поджаривание. Так, переходим сюда. Так, здесь, значит, у нас что? Что-то ничего нет. Всем привет! Так, ну, продолжаем съемку. Вот смотрите, так вот у них идет приготовление. Так. А вот здесь бар. Можно заказать любое из спиртного. На и мартини, и все. Сейчас выбрали мы пиво светлое. Выбрали два вида напитков. Ну, ресторан хороший, достойный. Но мы здесь еще не были, вот решили сходить и посмотреть. Вот так вот он выглядит. Да, вот смотрим, здесь еще фирменные коктейли есть. Разного, конечно, калибра и много всего. Где в основном уходят алкогольные блюда. Даже в мороженое пломбир тоже воткнули водку. Сироп. Кокосовый, взбитые сливки, какао, лед. Вот. А вот, значит, смотрите, вот такая вот, да? Пюре персиковое, водка, игристое вино. Ой. Ну-ка, есть такое еще мороженое? Нет, да? А, вот мороженое такое. А остальное, в основном остальное просто смузи, может, всякие напитки.
Ну вот это мороженое, это неплохое, кстати, очень много его. 250 миллилитров на огромный стакан. Давай возьмем его. Ну да, один на двоих. Попробуем. Пополам. А как делить будем? Ну, вначале я покушаю. Да что вы говорите? Покушаю. Она вот такая вот хитрая, видите, вот хитрая женщина. Ну я пиво не заказала, поэтому это как бы мне это готовит. Ну хорошо, возьмем, так и быть. А вот нам уже несут. Так и быть. Нам уже несут. Так и быть. Будешь первая пробовать? Да, да. Размер 4. Ага, фильтрованная ноги. Вы знаете, да, что еще хотим заказать? Да. Вы смотрите, мы здесь мороженое. Секундочку. Да. Мороженое через Supreme или темпорное мороженое? А где мы смотрели мороженое? Да в начале в самом. Че ты? Вот здесь, вот здесь. Ищи, ищи. А. Вот, вот, вот мороженое. Вот это мороженое можно брать? Это коктейль. А, это коктейль такой? Коктейль, да. Пломбир. Это название, это ну, нас, в общем-то, они просто, знаешь, как сделали? Вот пояснили это, нам. Это взбитые сливки, вот так вот, и посыпанные какао, видимо. Ага. Так, ага. Серьезно. Хорошо, ну тогда... тогда а просто мороженое есть? Вот, там все такое десерт, очень вкусно у нас у всех. Ну это вот. Темпорное мороженое, это мороженое, которое вот при подаче опускается в давайте вот темпору, это и внутри ванильное мороженое. Ну, давайте. Подушку сметаны украшает клубникой. Ага. Смотрите, какая ну-ка, дай-ка, дай-ка. Вкуснота. Вот это вот, ух наверное, ты. Мы сейчас закажем, и потом расскажем, какой на вкус. Десерт вам в конце. Так, а я тоже? Да, все? Давайте посмотрим. Все, хорошо. Вот это вот что? Это же мороженое. Только на бисквите она идет, бисквит. А давайте два разных, да? Да, я возьму. Давайте да. Два разных. Два разных конца. Да. Да. Все, конца. Хорошо. Это и какой тебе? И вот это. Курай с куримом. И вот это. Хорошо. Все, добро, давайте. Какую красоту нам принесли. Вот, оказывается, какие есть здесь да. Блюда из мороженого. Смотри, а мы ошиблись, сказали на пломбир, что это мороженое. Смотри. Оказывается, это коктейль. Какую красоту нам принесли. Вот такой вот. Кофе. А я свои капучино. Крошечки там видела. Смотри, там такие крошечки красивые стоят. Так я сфоткаю. Ну, давай фоткай. А, вот, вот, вот сок. И тебе пиво. Ну, сейчас скажешь, как попросить. В общем, нам принесли уже какой-то салат. Так, давайте посмотрим. Опа, как он называется? Что за салат? Как он называется? Я даже не знаю, как называется. А, вот с курицей. Вот это я вижу курица. Да. Значит, помидор. Листья салатики, да, половина да, да. Яйца и хлебушек. Сейчас буду уже кушать. Это что? Это суп персиковый. Yeah. Холодный. Вкусный. Вот. Ну что? Капучино нам принесли, пиво принесли. Ждем основные. Я уже приступаю. Привет всем. Ну что, принесли нам что-то? Да, да, да. Нам принесли вот сейчас два горячих блюда. Один салат уже съели. Мы заказали... А это уже, как называется, роллы? Роллы? Роллы. Темпорные. Темпорные, да. Ну здесь, в принципе, вот эти вот есть... Палочки здесь есть, вот такие вот. Вот палочки, но они железные палочки. А, вот они, палочки железные есть. Ну, в общем... Да. А, и соус, кикиман тоже есть. Кикиман, соус. Сейчас мы его сюда поставим. Так, ну вот нам еще сейчас принесли салат, но он, видимо, горячий. Горячий салат. Мясной. Вот. Говядина, да, из говядины. Что там входит в бизнес-ланч этого? Горячий салат, смотри. Салат, я забыла, какой он был. Основные блюда, да? Вот, называется, наверное. А, вот, сабет, говядина, сливочный. Да, да, с говядиной. Суба с говядиной. Да. Вот такой вот он салат. Попробуем, какой он на вкус вообще. Курица в кипячном соусе. Mm-hmm. Вот еще забыли принесли. Курица в соусе. В сливочном соусе с картофельным пюре. С картофельным пюре. Ну вот. Ну, да. Так что... Ну, вкусно, так что вкусно очень, да, но перчено.
Сейчас предварительно съел салат. Правда был. А, нет, не салат, это суп-то, суп. И суп оказался очень перченый, такой прям. Он с фрикадельками получился суп, но такой перченый, прям рот горит. У меня со свининой без перца. Ну вот, без перца у тебя. Тебе хорошо. Ну ладно. Дальше продолжаем. Разъясняем по поводу вот этого вот горячего блюда. Это соба с говядиной, то есть с вермишелью гречневой. Вот это коричневая, это гречневая вермишель получается. А говядина это вот типа фарша сделана, перемолота она с этой говядиной и все. Ее не видно, самой говядины. Она виртуальна. Но гречневая вот эта вот вермишель. Интересная, да? Интересная, да. Такая сладкая получилось блюдо. Сладковатая. Да, сладковатая. В общем, сейчас мы все покушаем. В общем-то, все вкусно, хорошо, вкусно приготовлено. Но так как мы кофеманы, мы любим очень кофе. И кофе нам очень понравилось. Вот, кстати, кофе маленькие кружечки, правда, но сделано так, что это капучино, но сделано так, что сверху сливок наложили, наверное, в сантиметр слой. Получилось очень густые, насыщенные. Да, и когда мы соединили, вот так вот размешали. Да. Вкус неимоверный. Да, очень вкусный. Хотя у нас дома своя большая кофемашина, и тоже хорошие сорта у нас кофе тоже. Ну, если хорошо постараться сделать, там, сбить сливки или молоко, конечно, будет тоже неплохое. Молодцы. Вот, они здесь просто постарались. Мы сейчас еще ждем десерт. Десерт будет два мороженых разного вида. Да. Мороженое будут на тарелочках. Не просто там. Здесь нету еды. Да, а здесь вот я что хочу. Ну, что-то бизнес-ланч, в принципе, можно питаться, ходить сюда, не сказать, что он дорогой. Вот смотрите, на понедельник вы видите. Значит, в граммах слева, справа цена. Вот, роллы, салаты. Вот из них можно выбирать. Наименование 2, к примеру, значит, из двух выбирайте. Супы тоже 2 и выбирайте. Основные вот блюда. Вот. И вот цена такая. Ну а снизу это идет уже напитки разные. Чай, кофе и морс суп. И вторник, пример. Также вторник, среда и так далее. Вот мы сегодня попали на понедельник. Решили просто побаловаться именно бизнес-ланчем. А можно, в принципе, просто взять и... Да, можно просто идти кофе пить. Да, просто кофе можно попить, прийти. А можно просто вот взять вот полностью меню. Большое, огромное меню. Вот это огромное меню. Если вы хотите, пожалуйста. Здесь немножко дороже, конечно, естественно. Но, знаете... Вот. В принципе, вина здесь разного есть. И цена соответствующая. Даже есть бутылочки такие. Вот, посмотрите. Цена. 20 тысяч. Стоит только одна бутылочка. Красное сухое. Есть 5 и так далее. Дешевле, дороже, все. Это барная карта. Ну, много, конечно. Здесь кофейная карта есть. Все, газированные напитки. Свежевыжатые соки даже есть. Вот, свежевыжатые. Сок в ассортименте. Ну, к примеру, можно апельсин, грейпфрут и яблоко. Всевозможные роллы. Это люкс-роллы. Тоже, кстати, классные. Очень хорошие. Мы один раз заказали даже на дом. Домой нам привезли. Не отсюда, но нам привезли. Люкс-ролл прям домой. Подвезли. Очень красивую, такой вот оригинальные вот упаковочки и так далее. Так, есть и суши, вот, смотрите. Разные. В общем-то, хороший ресторан.
сейчас нам принесут такие вот ложечки. Смотрите, длинные эти. Это для нашего десерта. Эти ложечки. Обычная ложечка вот такая. А это очень такая. Длинная. Это для десерта. А для чего такие длинные делают? Для десерта, говорю. Сейчас мороженое. Нет, что кушать. Именно? Ты же в глубину залазить не будешь. Ну, не знаю, может, там упаковочка да, такая длинная. Ну, посмотрим. Давно хотели попробовать такого, как бы сказать, необычного мороженого. Не то, что там автоматы его делают там или какие-то там просто штампуют. А это уже нам, знаешь, ручная работа. Мороженое понравилось. Не как оно называлось, а бомбочка, что ли, называлась? Она шоколадная бомбочка, да, называлась? Да, да, да. Это мы были в Санта-Барбаре, в смысле в Ульяновске. У нас есть такой парк. Парк Александровский, там есть кафе, называется, как оно, как называется, да? Так. В общем, там вот это вот... Империал. Империал, да. Это Империал гостиница сама. Да, при гостинице там было кафе. Есть кафе, да. Ну, оно называется как-то... Там такое вкусное. У нас на канале написано. Да, там есть это видео. Ну, в общем, все, ждем мороженое. Мороженое ждем, а вот смотрите, роллы-то сколько. Всякие. Тут, и оригинальные роллы. И темпурные роллы. Я вот, кстати, люблю больше темпурных. Запеченных. Или темпурные, как правильно. Темпурные или темпурные. Запеченные роллы, темпурные вот роллы. И с этой это уже. С этой уже, да. С этой, вот, с этой, 1040. А здесь отсвечивается, если вот так вот. Ну, в общем-то, недорого, собственно. Здесь даже должно быть написано, сколько здесь штучек. Разного калибра. Даже есть вот такой вот сет. Называется Мирубку. За 3100 рублей сет. Очень большое количество этих тюрьков. Здесь грамм. 2 килограмма 180 грамм. Вот так. Ну а перечисление, что сюда входит, это вот. Филадельфии, Канада, там, Карамеру, Сяки, Потейто, Филадельфия, ну, в общем, много всего. Ну, да, классно. Ну, а здесь уже, конечно, закуски и все остальное. Ну, в общем, мы сейчас ожидаем мороженое. Потом покажем. Покажем, какое. Ага. Так. И темпур айскуримы. Приятного. Вот красоту нам принесли. Спасибо. Опа. Вот это мороженое. Видите? Мороженое. Как было на картинке там, так же и здесь. Да. Какое будешь брать? Я мое вот это. Твое вот это. Ты взяла себе с каким-то. Я взяла какое-то темпурное. Темпурное, да. Держи себе ложечку. У меня такое. Жидкое какое-то. Это соус. Сливочный соус. А мороженое, видимо, вот это и все. Там бисквит внизу, бисквит. Ну, вот так. Сейчас попробуем и вам скажем. Вот так. Думаю, что вкусно. Так, в общем, итог завершения нашей сегодня трапезы в ресторане «Марокко». Вот ресторан «Марокко». Вот. Чек. Очень много всего здесь они понастрочили. Ну, это все есть, то, что мы покушали. Да. И к оплате 2000. Да. 2070. Я почему думала, что больше будет? Да нет, но все-таки бизнес-ланч, он по отношению к основному ресторанскому меню, он дешевле. Да. Ну вот все здесь написано, что ели, что... Не ели. Так что... Так, ну ладно, рассчитались с картой мир. Да, карты мир, все нормально.
раз. Хорошее заведение, так что сейчас рекомендуем. Рекомендуем, да. Кто сюда приедет, допустим, ну, в Ульяновск погостить или что, находится прямо на Минаево. Минаево 15, да? Да, Минаево 15. Вот напротив вот этого дома. Ну, дом большой, здесь написано. Касса, отдел продаж. В общем, сейчас выйдем на улицу и пойдем к нашему дому, еще что-нибудь поснимаем по ходу движения. Ну, да. Вот. Это многие спрашивают. Да. Только снимайте посмотрим. Рестораны. А мимо Ашана пройдем, посмотрим. Да. Так что... Там у нас цирк, кстати, приехал. Цирк. Да. Так, вышли из ресторана. Вот. Марокко, режим работы его. Большой дом здесь у нас, длинный такой, девятиэтажный, по-моему, дом стоит на Минаево, Минаево 15, вот. Двигаемся, значит, по Минаево вниз, нам туда через реку Свияга, через мост. У них разрешена была вот эта вот веранда. Мы вон там за столиком сидели. Так. Ну, комментировать в данный момент пока по ходу мы не будем. Мы легкую поставим музычку. Чтобы было приятно слушать. Да, приятную музыку. И по ходу движения мы, значит, голоса наши стихают, умолкают. Тут музычка наступает. Все. Всем приятного просмотра. Поволжский край, в Ульяновскую область. Огромный привет всем моим близким друзьям, всем пацанам, всем людям. Храни вас Бог, красивейшая земля России, Ульяновская область. С уважением, Владимир Курский. Барышинза, Сингели, Ульяновск, Димитровград всегда, живи, Новоульяновск. Храмов, купола, свечи и иконы, поволжская душа, здесь свои законы. Улица, друзья, пацаны, удачи, счастья вам в дома, ну а как иначе. Волги, берега, красота России, добрая земля, духа вам и силы. По улочкам Ульяновска гуляют пацаны, едины сильным духом и искренне дружны. Спиной к спине за друга, понятия души, салам от сердца люди, в Ульяновск пацаны. А женщины красивы и русская душа, народ с душой учтивый, по-доброму всегда. В Поволжье город святый и храмов купола, храни их Бога Матерь, Ульяновск, ты всегда. Сердце и душа, город мой Ульяновск, крепость и стена, счастье ты и радость. Родители мои, отчий дом и дети, самый ты родной, Ульяновск мой на свете. По улочкам Ульяновска гуляют пацаны, едины сильным духом и искренне дружны. Спиной к спине за друга, понятия души, салам от сердца люди, в Ульяновск пацаны. А женщины красивы и русская душа, народ с душой учтивый, по-доброму всегда. В Поволжье город святый и храмов купола, храни их Бога Матерь, Ульяновск, ты всегда.
Ульяновска гуляют пацаны, едины сильным духом и искренне дружны. Спиной к спине за друга, понятия души. Салам от сердца, люди, в Ульяновск, пацаны. А женщины красивы и русская душа. Народ с душой учтивый, по-доброму всегда. В Поволжье город святый и храмов купола. Храни их, Богоматерь, Ульяновск, ты всегда.
Thank you.